Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 86-летней годовщине со дня образования региона. В рамках празднования на территории Дома правительства Московской области была организована тематическая выставка, стилизованная под городское пешеходное пространство. Кроме этого, прошел праздничный концерт с участием артистов российской эстрады и творческих коллективов Подмосковья. В этом году исполнилось 472 года с момента первого упоминания в разъезжей грамоте московских песцов сельца Горки. В честь знаменательной даты 3 октября на территории музея-заповедника Горки Ленинские прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню поселения, в программе питбайк-шоу и авиамодельный мастер-класс. В рамках праздника прошел конкурс зрительских симпатий среди проектов, представленных жителями поселения на областной конкурс «Наше Подмосковье». С 1 по 31 октября 2015 года Федеральная служба государственной статистики проводит микроперепись населения. Переписчики будут обходить помещения и заполнять со слов опрашиваемых электронные опросные листы. При этом ни адреса, ни фамилии, имена и отчества опрашиваемых в электронные опросные листы вноситься не будут. Переписчикам запрещается требовать документы, подтверждающие правильность ответов респондентов. До 14 октября в муниципальных образованиях Московской области проходит экомарафон «Сдай макулатуру, спаси дерево». До города Видное экомарафон доберется 6 октября. Любой желающий в этот день может принять участие в акции, сдав макулатуру по адресу Советский проезд, дом 2, напротив касс кинотеатра «Искра». Подробности на сайте sdaiterabumagu.rf.